признаю, что действительно, значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события, вот я меняю, пишет копию песни этой. Если вселенная бесконечна и правда, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждешь, когда я вернусь обратно, где-то там, где ты далекий галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия, и не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, все это не утопия, или вселенная действительно бесконечна. Без лишней жести, которая нам досталась, нам все случилось, не вопреки всему, а как надо, так как никогда не случалось. Мы попадем туда после смерти, может быть, если будем добрыми и хорошими, если играть то, что нами с тобой поможет, они нас кучат, будут шут в магазине прошлом, но мы тогда надеемся, это позже случится гораздо. Я туда совершенно не тороплюсь, как бы круто там ни было мне, а то ясно еще сильнее, я в тебя все равно не влюблюсь.